Один из старейших саратовских журналистов отметил юбилей. 12 декабря председателю Совета регионального объединения ветеранов и пенсионеров журналистики Аркадию Богатыреву исполнилось 90 лет. С юбиляром пообщалась наша съемочная группа. Самая первая вот медаль за боевые заслуги получил, поскольку я солдат, старший сержант, командир отделения стрелковой пехоты. Когда началась Великая Отечественная война, известный саратовский журналист Аркадий Богатырев только закончил 8 класс. Рассказывает, что сразу в ряды Красной армии его не приняли. Не подошел по возрасту. Попал на войну лишь в конце 42-го, когда исполнилось 17 лет. Его фронтовая жизнь началась в окопах под Москвой. Говорит, хорошо помнит многие эпизоды войны, особенно свое первое ранение. В 43-м году на северо-западном фронте пошли в атаку со своим я отделением и пулемет, ручной пулемет, пулеметчик. И в какой-то момент меня накрыл осколок, значит, под левую лопатку. Рота отползла, взвод отполз, а я остался, потому что я не слышал команды. А когда очухался уже, значит, понял, конечно, адская боль. Вернувшись с войны, фронтовик поступил в Московскую сельскохозяйственную академию. Говорит, тогда и начал писать статьи. Делал заметки в академическую газету «Тимирязевец». Потом, где бы ни работал, тесно сотрудничал с корреспондентами. Так и втянулся в журналистику. В 1961-м Аркадию Александровичу предложили возглавить сельскохозяйственный отдел газеты «Коммунист» в Саратове. На этой должности он и проработал 30 лет. За это время фронтовик выпустил 2 книги. Одна из них – автобиографическая «Эпизоды войны». Вторая была написана в память о его лучшем друге, селекционере Юрии Козлове. Он вывел 12 сортов пшеницы, это очень много, поэтому выдающийся. И он всю жизнь мечтал вывести такой сорт, чтобы хороший сорт этой зоны в районе Курска. Аркадий Богатырев с 1987 года является бессменным председателем Совета Саратовского объединения ветеранов, пенсионеров журналистики. На днях он отметил 90-летний юбилей. Несмотря на солидный возраст, фронтовик ведет активную общественную работу. Александр Богатырев удостоен звания лауреата премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики. Награжден почетным знаком за заслуги перед профессиональным сообществом Союза журналистов России. Екатерина Барковская, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.